Royal Cards – отличный магазин игральных карт с приятными ценами. В этом магазине вы можете заказать любую интересующую вас колоду. Отличное качество карт, быстрая доставка и отзывчивая администрация. По промокоду NERO вы получаете скидку 5% на любую вашу покупку. Ссылка на магазин будет в описании. И всем привет, друзья! Сейчас покажу вам очень простой и классный карточный фокус. Для начала зритель выбирает абсолютно любую карту. К примеру, он выбрал вот эту. Мы ее не знаем, не видим. И откладываем пока что вот сюда. Складываем нашу колоду, и мы отправляем карту зрителя куда-нибудь в центр. Вот так. Теперь мы делаем ленту, чтобы зритель убедился, что его карта реально находится где-то в середине. Прямо вот так вот раскладываем все-все-все карты. Надеюсь, он увидел свою карту. И мы еще подснимем вот так колоду. После этого я могу точно сказать, что карта зрителя на седьмом месте сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7. Карта зрителя. Фокус считается нереально простым. Нам понадобится вот такая подготовка. Мы берем любую семерку любой масти, запоминаем ее. После этого мы еще берем 5 карт, чтобы в итоге у нас получилось 6. То есть 7, ну, семерка и 5 карт. Все это дело мы кладем вниз колоду, вот так. Теперь просим зрителя выбрать любую карту, кроме вот нижних, ну, естественно, карт. Это мы не говорим, просто говорим, выбери любую из центра. Он выбирает, запоминает ее, мы ее не смотрим. Он ее запомнил. Мы кладем ее сверху и просим подснять ее. Вот так. Теперь мы переворачиваем колоду, делаем спред. И ищем мы нашу семерку пик. Так, ищем, ищем, ищем. То есть так раскладываем и просим зрителя увидеть свою карту, что она в серединке. Мы нашли семерку пик, и мы делаем вот здесь вот такое приличное расстояние. После этого мы вот так вот берем и делим на две стопки и кладем ту стопку, где сверху семерка пик, наверх. Теперь, естественно, карта окажется на седьмой позиции. Мы отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Карта зрителя. Вот такой вот простой трюк. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.